Минус попугай. Минус Чунга-Чанга. Опа. И минус шериф. Минус второй шериф. Минус... Кто это? Менеджер, что ли, какой-то? Судя по одежде. Эй, вставай. Отойди от столба. Вот так. Оп. Тьма поглотила его. Добрый день, у меня нет билета. Можно пройти? У меня нож. Ты видишь? Вот, я тебе показываю, косоглазый. Вот нож, тебе прям в нос сую. Ты понимаешь, что у меня нож? Ты тупой, блин. Я не знаю, что они такие тупые все? Граждане, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Присаживаемся, смотрим видео, ставим лайки, пишем комментарии. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Paint the Town Red. Как вы заметили, мы все еще бьемся в кубических боях кубических людей и, соответственно, пытаемся добиться каких-то кубических результатов. Играем, как всегда, пользовательские уровни. Сегодня у нас два в одном, то есть два уровня не особо больших, но зато как бы интересных. Итак, сегодня у нас пираты во времени, как это... Пираты, которые пиратствуют на путешествиях во времени. То есть Pirates of Time Travel. То есть какие-то странные пираты, они то ли во времени путешествуют, то ли они там пиратствуют. Сложно понять, тем более непонятно, это мы пираты или мы боремся с этими пиратами. Со вторым уровнем все проще. Чунга-Чанга Island 1, 2, 3. Почему 1, 2, 3, не знаю, но Чунга-Чанга это да. Это детский мультик из моего еще детства, можно сказать. Итак... Убираем музыки-звуки, звуки-музыки и начинаем. Пойдем по порядку, я думаю. Начнем с пиратов и с тревелов во времени. Прям вот будем тревелить. Ну-ка, что там у нас? А, вот все понятно. The Time Machine 3000. Ну, 3000, так 3000. Где тут кнопка включить? Клавиатура, кстати, какая-то старенькая. А, тут ничего не надо включать, надо сразу драку начинать. На нафиг, привет, доброе утро. Я пират во времени, или вы пират во времени, а я полицейский во времени. Короче, идите все нафиг. Что ты машешь ножом? Ты офигел? Мы тут во времени, понимаешь, а ты ножом машешь. О, бита бейсбольная. Бэнь. А ты улетишь вниз? И нет, ты не улетишь вниз. Я понял, ты не убивабельный, не опрокидывабельный человек. Очень устойчивый. Оп. Я помог человеку. И он сейчас исполненный благодарности встанет и попытается меня грохнуть. Давай, иди вниз. И, иди за ним. Иди туда же, блин. Иди вниз. Давай вниз. Оп. Хорошо пошел, смотри-ка. С лопатой можно тоже, с лопатой. Ой, нет, не попал. Давай, вставай. Отойди от столба. Вот. Оп. Тьма поглотила его. Во «Властелине колец», по-моему, что-то такое было. Когда Пендальф с моста свалился, бодаясь... Опа, еще минус один. С призраком коммунизма. И, соответственно... Оп! На, держи. Блин, недолет. Сейчас повторим эксперимент. Погодите, ребят, не мешайте мне... А, вот тут можно, вот здесь. Держите кружечку. У меня их тут много, кружечек, бутылочек. Забирайте все, я не жадный. Ловите. Держите, отдыхайте по полной программе. Ни в чем себе не отказывайте. Держи. И вот еще на. А. Вот. Кружки раздал. Вроде как. Стул, стой. Куда? Вот, вот так примерно. Так оно как-то получше будет. Так, у меня лопата есть. А у вас нет. Ха! Прикольно, да? Теперь у меня есть сабля. Дай тебе по ногам, предупредительные. Предупредительный удар саблей по ногам. Ну, как бы в целях предотвращения противоправных деяний данным гражданином. Ну, или лицом без гражданства, я не знаю, я его за паспорт не щупал, так что... А что, все, что ли, все, пираты кончились? Или я, кстати, я пират или они пираты? Один ушел. Сейчас, погоди. Погоди, говорю. Давай, иди за другом своим. Блин, ну как, вот ну, что это? Ну, ты полметра пролететь не мог, что ли? Вставай. Оп. И тьма его поглотила. Или ее, я так и не понял. Голос какой-то странный.
По пяточке, смотри, по пяточке. Оп! А! Блин, черт, сабля! Какая-то бракованная китайская сабля попалась. На, держи! Он пытался сделать молниеносный выпад. На. Пузо! Вставай! Вставай, вставай, а то опять в пузо ткну. Вставай, говорю! Вставай! Ну что ты ноги куда-то там под себя зажал? Я так не умею. Вставай, говорю! Вставай давай! Вставай! Вставай! Вот так. Тьма его поглотила. Вот всех тьма поглощает. Добрый день, у меня нет билета. Можно пройти? У меня нож. Ты видишь? Вот, я тебе показываю, косоглазый. Вот нож, тебе прям в нос суют. Ты понимаешь, что у меня нож? Ты тупой, блин. Я не знаю, что они такие тупые все? Даже намеков не понимают. Ау! Как он мне больно втащил. Мне даже неприятно от этого стало как-то. Тут он резкий, как понос, прям выскакивает. Ды-дыщ! И я такой, ай, и больно. Так, попал в тетку бутылкой. Что бы это ни значило. О! Минус. Нет, не минус. Да минус, тетка! Что с тобой не так? Так, он что-то возражает там по-своему, но нам же плевать, правильно? Ро! На тебе в ответку. Где лопата была? Блин, я должен подобрать лопату. Да блин! А, я возьму здесь лопату. Здесь тоже есть лопата. Опа! И остался у нас этот самый пиратский пират. Чё, всё? Закончил, да? Вот так тебе, гад. Выскакивает такой из дверей сразу, хрясь мне так вот, больно-прибольно. Прям обидно, слушайте. Ничего не сделал, только зашел. Хулиганы какие-то. А крыша у вас, конечно, не очень. Если дождь пойдет, бытует мнение, что не всю воду крыша становит. Совсем не всю. Да. На крыше как бы досок пожалели, видимо, экономия. Поэтому как бы вот так. Сколько смогли досок, столько купили. Так, ну что, все, вот так. Мы непонятно. То есть мы пираты или они пираты. Вот. Но, в общем, мы победили. Фух, ну что, 48 противников. 5 минут это у нас заняло. Возвращаемся в меню и идем на второй уровень. Который у нас Чунга-Чанга. Причем не просто Чунга-Чанга, а Чунга-Чанга Айленд. Да еще и 1, 2, 3. Что, как бы, возможно. Не знаю, припев. Хрен его знает. Давайте смотреть Чунгу-Чангу. Да, что-то подобное там было. Вот щита на палке я не припомню. Японский флаг. Ладно, давайте уже. Пойдемте. Это еще что такое? Здорово, ты что ли Чунга-Чанга? Веселуха-то какая. Во, это точно Чунга-Чанга. Во все концы. Это грустный попугай. Ножку поранил. Поэтому он такой грустный. Поэтому он в такой грустной позе стоит. Печально смотрит. А это как бы... Ха. Ну давайте включать логику. Что у нас тут есть? У нас есть бутылка, человек, который плавает в воде, и человек, который растерянно на него смотрит. И еще один человек, который лежит. И два человека с палками. Какой вывод мы можем сделать? Значит, эти двое выжрали эту бутылку, после чего один скинул второго в озеро, в море, я не знаю, что это такое. Потом прибежал этот в диком охренении, позвал этих двоих с палками, чтобы они попытались его вытащить. Но у них плохо получается, потому что они очень далеко от него. Как-то так я это себе вижу. Еда. Много еды. Чунга-Чанга — это всегда много еды. О, поймали голожопого. Пытаются его накормить зеленым кубиком, а он не хочет есть. Ну, это уж его проблема. А здесь второго голожопого... Опа, я возьму. А здесь второго голожопого пытаются уже съесть просто, без кубиков. Насундолили его на этот самый... Ты его пробуешь, да? Ну и что, как там? Соли хватает нормально, нет? Не понял. А что, на Чунга-Чанге разве были два шерифа? Один с электрошокером... А другой с гаечным ключом?
Такого точно не припомню. Так, ну что, давайте начнем наводить, соответственно, здесь демократию на этой самой Чунгачанге-то. Вот. По-моему, здорово. Шерифы сразу между собой передрались. Добрый день. Как ваши дела? Попугай упал сам. А это что, муха? Цокобрюха. Я не понимаю, это насекомая какая-то. А почему ты в шляпе? А, это они этих раздели, видимо. Шляпу отобрали, надели на себя. Они такое любят. Тык. 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 Ой. Ну-ка, брысь. Дай тебе в ухо. А, тут вода прочная, она уже замерзла, потому что осень. Осень настала, холодно стало. Куры дерьмо перестали клевать. Ну и дальше там по тексту. Так, гаечный ключ шерифа потеряли. Минус попугай. Минус Чунгачанга. Опа, и минус шериф, минус второй шериф, минус... Кто это, менеджер, что ли, какой-то, судя по одежде? Кто это был вообще? Он тут не вписывается совершенно. Так, идем дальше. Что тут у нас? Да пофигу что. Давайте бить всех. И чтобы никто не ушел обиженным. Держи. Оп. Он пытался меня ударить. Это агрессия. Я вынужден ответить на агрессию. Вот. Полное проявление этого самого. Забыл слово. Вылетело из головы. Ну, пусть будет условно помидор. Полное проявление помидора. На, держи. Вот так вот. Три хука справа и привет. Как тут бегаешь-то? По воде. Держи. Кушай. Тебя ки, у меня ки. Кто кого победит? Я, конечно, победю. Я в фехтовании, это самое, 5 лет баскетбол играл. Так что я что-то понимаю. А ты нет. Ей! 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 Иди нафиг. Спасибо за ки. Да тык! Блин, что-то тык не попадает. Вот так попадает. Здорово! Печальные вопли. Так, пинок. Оп, как они обнявшись прям легли. Отношения, похоже, я пробудил в них. Наверное. Обоюдосторонние, блин, причем. И никак иначе. О! Каменный ножик. Вот прикольно. Вот, смотрите-ка, этот отказался есть зеленый кубик и давай драться. За свои права. За право не есть зеленый кубик. Нифига себе, с двух ножей поймал и ничего. Уязвимую точку ткнем. Точно, это очень уязвимая точка у них. Эй! Так, ну они тут все еще решают, будет он есть этот кубик или нет. Так, я их без толку всех разозлил и ни у кого, никого не укокошил. Но это просто... Это я умею. Понимаете, это вот... Это скилл. Разозлить всех и при этом не укокошить никого. Ну-ка, давай, давай, иди сюда, иди. Оп! Обожди, обожди, сейчас, тихо, тихо, тихо. Дубль два. Оп! Блин, курица закончилась, решит. Я так и не понял. На, держи. Попадание, есть пробитие. Так, три. А где третий-то? Вон он мчится. Он к столу бежит что-нибудь поднять. Не, он что-то уже поднял. Да, не очень помогло. Держите помидор. Вставай. Что такое? Что тебе надо от меня? Отстань от меня. Вот. Что вам от меня надо? Что за мной? Пони бегают по кругу. Отвалите от меня. Ну, ну. Ну, что там? Давай, вставай. Чё растянулся? Ты что, шланг? Я мешаю упасть. Ладно, я отойду. Я вежливый. Ну вот,
Теперь здесь полный порядок, демократия, и вообще остров может жить теперь свободно и независимо. Вот так вот. Разобрались мы с этой вашей чунгачангой, а тут, тут прям какие-то дикари жили, ужас, кошмар. Какой-то ужас. А теперь все вот как надо. Кстати, а где шерифы? А шерифы тоже под замес попали. Ну ничего, найдут новых. Ключ там у них где-то остался, электрошокер тоже. Шокер, вот он, да, если что. Вот. Не потеряйте. А я, соответственно, поплыл на этом утюге. Не, я помню что-то такое. Блин, надо мультик пересмотреть, короче говоря. Он старый еще с советских времен. Так, ну что? Запузыриваем музыку обратно. И подводим итоги. Уровни хоть и небольшие, кстати, подойдут любому. По уровню сложности они подойдут любому, кому угодно, всем могу порекомендовать. Но, несмотря на то, что они небольшие, сделаны они достаточно прикольно, достаточно забавно, особенно чунгачанга. Да, понятно, что там воспоминания, детство могут играть какую-то роль, и я не очень объективно на это все смотрю. Но, по сути, объективно, не объективно, а уровень сделан классно. Модельки сделаны, все сделано, то есть, прям вот, вот прям круто, прям круто. То же самое и здесь. Единственное, что я не понял, они пираты или я пират? Кто из нас был пиратом? Вот это было непонятно. А в остальном, в принципе, как бы очень даже здорово помахались. Если бы я, конечно, не пропустил удар сабли от этого засранца, это было бы вообще здорово. Но получилось так, как оно получилось. Вот, ну что же. Pirates of Time Travel. Уровень от L. Я так понимаю, читается как L. И Чунга-Чанга Island 1-2-3 от Денчик... Денчик Зиб 11. Что бы это ни значило. Вот такие вот уровни. Обоим лайк ставлю. Рекомендую вам тоже скачать, поиграть, тоже поставить лайки, потому что авторов надо поддерживать, а авторов надо поддерживать. Они, по сути, делают эту игру. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем прописаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.